Ну, в таких играх, в общем-то, наверное, все решают какие-то эпизоды, вот, ошибки. В общем-то, игра, наверное, как бы идет до первого забитого мяча. Вот, поэтому мы как бы дождались, ошибку соперника, в общем-то, и убежали в контратаку и забили первый мяч. Вот. Что касается второго забитого мяча, ну там уже как бы здесь и удача была на нашей стороне, в общем-то, рикошет помог. Вот, в принципе, как бы те эпизоды и те моменты, которые у нас были, в общем-то, мы их по большому счету по максимуму реализовали. Вот. Ну, после удаления, конечно, нам немножко было тяжело в этом плане. Вот. Соперник как бы добавил в движение, в общем-то, и на флангах стал много делать фланговых передач. Вот. Но, в общем-то, парни выстояли вот этот отрезок времени и, в общем-то, довели игру до победы. Коллеги, вопросы есть? Все-таки за счет чего ваша команда переиграла Балтику? Ну, я еще раз говорю, я не могу сказать, что мы просто имели какое-то там колоссальное территориальное преимущество. Еще раз я говорю, игра была совершенно равная, в общем-то, в принципе. Что касается и первого тайма, в общем-то... Можно же 3-0 выиграть, равная. Могли даже с крупным счетом выиграть, равная. Ну, где равная? Ну, где с крупным счетом? 2-0 это что, крупный счет? Мы могли. Ну, в принципе, могли, потому что, еще раз я говорю, когда мы забиваем первый мяч, все равно как бы мы имеем уже какое-то психологическое преимущество. Соперник начинает там, будем так говорить, пытаться сравнять счет, оголяет тылы где-то. Мы уже так, имеем больше как бы свободного пространства для того, чтобы завершать свои атаки, вот, который, в общем-то, привел и ко второму забитому мячу. Вот. Ну а дальше я говорю там удаление, которое, в общем-то, здесь, ну, немного как бы поменяло рисунок игры, и нам, в общем-то, я говорю, последние минуты пришлось тяжеловато. Виталий. В вашей команде играет далеко не чужой нам человек, Артем Макарчук. Как бы вы оценили его готовность на сегодняшний день, вообще как он? Ну, знаете, как бы особо, еще раз я говорю, в таких играх кого-то выделять персонально, но то, что он вышел, как бы здесь, и в такой, как бы, тяжелый момент, когда мы остались в меньшинстве, ну и вы сами прекрасно видели, что у него был очень прекрасный момент, где он мог или сам решить эпизод, или, ну, можно, или отдать там голевую передачу Лебеденко, где, ну, может быть, мы могли забить и третий мяч. Ну а так, еще раз я говорю, он, в общем-то, ну, играет на хорошем уровне. Насколько я как бы память мне как бы не изменяет, он уже нам сделал две голевые передачи. В общем-то, ну, еще раз, он однозначно приносит пользу команде. Что касается результата, то должен признать, что на победу мы не наиграли, но и на 0-2, мне кажется, тоже. Но то, что мы не выиграли сегодня игру, это точно. А сейчас, может быть, несколько вас удивлю своим комментарием. Ну, поверьте, это как бы выстрелено. Как ни странно это прозвучит, но мне кажется, что сегодня мы наконец приближаемся к оптимальному составу. Попробую объяснить, в чем дело. Дело в том, что группа игроков у нас сегодня не была готова на 100%, но получила место в составе. Во-первых, исходя из того, что это игроки, по моему пониманию, игроки все-таки стартового состава, но не готовы на 100% по разным причинам. Если так детализировать, то Кирилл Погребняк больше года не играл, и только сейчас как бы получить игровой тонус нужен в играх. Тишкин то же самое пропустил очень много, и по извлечению еще предстоит набрать высшую форму. Про Алана Касаева тоже скажу, что он уезжал лечиться, сейчас в 90 минут отбегал, но на наше счастье и Тишкин, и Касаев, и Погребняк сказали, что, ну, никаких ощущений
негативных не последовало. Почему я на этом заостряю ваше внимание? Да, мы играли несколько игр без этих игроков, и как мне видится, игроки, которые получали возможность, пока не соответствуют вот, как бы этим стандартам, на которые готовы играть эти игроки. Вот, спасибо. Был вопрос. Валерий Кузьмич, специалисты говорят, что оценивают команду после 10 туров. Вот после 10 туров команда играет на, находится на месте на, в зоне вылета. То есть это сегодняшний уровень команды? Ну, я вот попытался сейчас как раз пояснить это, что я не верю в то, что мы команда, которая должна играть вот, бороться за выживание. Ни в коем случае. Просто футбольная команда – это как любой живой организм. Заболевает, лечится. И я скажу, что не в буквальном смысле вот травма, о которой я говорю, лечится, а излечивается сама игра. Сегодня фрагментами я видел, что мы сможем играть на другом уровне. И как мне представляется вообще борьба внутри ФНЛ, сегодня заключается в том, что вот нет явных команд, которые там превосходят намного остальных соперников. Побеждать могут только те команды, которые к этому больше готовы. И там тактически, и технически, и ментально. Вот у нас вот этой ментальности пока не хватает, потому что много неуверенности. Много. Ну, вот, например, я сейчас коротко побеседовал с игроками, которые могли сегодня забивать и должны были забивать. Да? В чем дело? Нет вот этого чувства пока реализации, которое должно прийти к нападающим. И Погребняк мог сегодня забить, и мог забить Григорьев. Вот пока этого нет. Эта уверенность приходит тогда, когда вся команда готова, когда игроки чувствуют, что вот они на нормальном уровне. Сегодня этого ощущения пока нет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что и по игре это не наше место, и по, так, стратегически мы, конечно, выберемся из этой ситуации и будем продолжать борьбу.